Вот оно что. Две кошки тут сидят. Я блины принес. Я понял. От Надежды Васильевны. Надежда Васильевна. Стряпала. А это теперь я ему буду утром давать только. Вечером не буду. Он толстый стал. Вот оно что. О. Ну еще. С Верным тут дружить начали. Да. Можно попозже чуть дать этому урагану. А этого оставить без ужина. Вот как. Палку принес, чтобы грызти было еще. Это поле у нас так моется на фоне голубей. Сегодня 18 марта 2021 год. Сильно напоминает бобра. Худенькая такая. Еще паля помылась. Паленька, да хорошая кошечка такая моя. Да она любит, чтобы гладили ее. Ну-ка, давай. Она никого в друзья не принимает. Даже мать свою гоняла. А сама худенькая такая. А вот с черной она познакомилась, называя черная пантера. О-о-о. Приходится под пол сажать на ночь, потому что заняли коробку больным голубем. Ну, вот она как. Ай, как она любит царапаться. Да хорошенькая такая, да, замечательная пара. Да мне не знаю, килограмм, полтора есть, нет. Видишь, парочки меня любит, поцеловала. Видишь ты, вот еще тебя сухари какие-то жуешь, нельзя жевать. Это опасно. Никогда когти не выпускает вот так вот. Берет и так интересно. Берешь ее, если поднимать начинаешь, она никогда не сопротивляется. И вот такое она, вот она. Это черный. Сегодня у нас 19 февраля. Встал все утро. Я стою тут. Не могу подойти к этому, к своему рабочему месту. Верный разлегся. Вчера два раза на того надевал намордник на ураган. И они набегались, видно. Вот лежит. Вот ковра, кровать моя рядом. Вот она лежит. Это его постель. Вот он с нее свалился. И лежит глаза-то, видать, что смотрит. И я его не трогаю, пока Володя собирается выходить. А ему сейчас идти на улицу нужно. Ну, голуби. Воркует. Лег и лежит. Видно, что приятно ему тут. Не привязано ничего. Всю ночь тут пролежал. Спал. Брат Владимир собирается. Все, поднимается. О, как! Пошел. Ну еще,
Все, иди. Ступай. Пора тебе выходить на улицу. Вот утренний мацион. Да ну ладно тебе, ласка. Уж очень ласковый песик. Большой. Вот он где. Сейчас покажу, какую надпись мы сотворили там, на калитке. Прибил я ее на уровне глаз. Торопится, скорее надо выходить ему. Воля молится. И дальше выходит. 2021 год. Все, на улице. Вот они утром вышли. Да я отсюда смотрю. Сейчас я вот тут все это размонтирую. Тут у меня Библия лежит, я ее переплел. Так, Новый Завет, Псалтырь. Вот оно все у меня здесь есть. Теперь надо найти, где это. Видно, теперь где вторая надпись. Надежда Васильевна сделала. А, вот она. И это прибил на калитку. Обычно, как говорят, злая собака. А здесь собаки. Собаки. Володя там выходит, это другое, сейчас заведет его. Осторожно, во дворе большие собаки. Надежда Васильевна напечатала, разлиновала, ровно. Ну, я это сделал, завернул двойным слоем мешочки целлофановые и прибил. Вот. А это... Вот они сидят ночью здесь. Из этой. Вот вторая. То под полом были холодно. Ой. Выскочили. А тут рядом голуби сидят. Вот они воркуют. Сейчас нельзя выпускать, потому что кошки здесь. Ну-ка идите сюда, под пол, давайте. Под пол сюда, давайте. Вот они, под пол. Иди сюда. Паля, иди скорее. Туда, под пол, сходи. Паля, иди скорее. Вот она, молодец. Вот она как начинает коготки свои тут чесать. Вот она чешет как коготки. Я ее поглажу. Паля, молодец. Ой, молодец. А теперь давай-ка сюда я тебя в руки возьму, перенесу. В туалет сходить. И главное, ни запаха, ничего нету. Все, подпол. Обе закрыл, сразу положи. Положок. Вот такое. Это утро, это каждое утро так. Чтобы никто ночью тут не мешал. Собака рядом лежит, иначе она будет беспокоиться. Они подружились уже с одной чашки. О, выскочила. Ну и все. О, Паля пошла проверять, что там где есть. В чашке, в тарелках. А черная долго там бывает. Смотришь оттуда из-под пола, поймает мышку, вытащит. А это не так. Это хорошая очень даже кошка. Хорошая. Вот так. Это ее место. Опорный пункт. С высоты она наблюдает. Старые у нас. Должны заводить сейчас этого. Володя его привяжет. Вот вылезла тоже из-под пола. Вот они, подружки. Обе направили туда взор. Сейчас все будет дальше. Если оттуда идет верный,
Значит, вот отсюда они шмыганут сразу. А это черная, не сколько, я зову черная пантера. А палевый свет пали. Во! Как они шмыганули там уже вверху. Ну, еще знаю, с просонок-то еще он может здесь тяпнуть ее. О, спрыгнула опять. Вот они. Уже не боится, даже паля не боится его. А этой нужды нету. Сейчас Володя его привяжет там, чтобы он пока не бегал, пока молимся. Полная свобода. Это Сережины собачки, он в больнице. А ураган тот на улице, тот здоровый. Всю зиму ни разу даже не заводили в избу. Вот она. Нисколько не боится его. Раннее утро. Так, Володя его прицепляет. Все. О, подошла, лижет друг друга. С этой. А то на самом верхнем этаже сидели. Даже Паля не боится сейчас его. А с ураганом не поиграешь. Он слопает. Вот они какие. Паля никого так не принимает, а эту приняла сразу. Это нищая кошка такая на улице была, взяли, но до того хорошая. В каждую дыру лезет везде, и везде мышей находит. Не сразу. Дежурит часами. Вот она. Пожалуйста, нюхай друг друга. Вон Лёня. Так интересно смотреть. Ну тут Бианки нас бы Виталий похвалил. Все, пока. Молиться будем. Собираем.